Hello. Today we're going to have another listening practice. I'm going to read you another text from the book that I use a lot, Katolka, and it's called "Как люди отдыхают." How do people rest? If you want to follow, it is on page 80 of the book. And guys, if you like my videos, please subscribe to my channel. The button is below. Hello, this is Anna. I am a Russian language teacher from New York City. It's very nice to see you on my YouTube channel. As always, I'm going to read the text twice, first slow and second in a normal speed. Как люди отдыхают? Я очень люблю отдыхать на море. Я люблю плавать, загорать, гулять по пляжу. А мой муж любит сидеть в баре и читать газеты. Он не любит плавать в море, не любит загорать, не любит гулять. Больше всего он любит лежать, читать и пить пиво. А я совсем не люблю лежать и пить пиво. Поэтому в отпуске я вижу своего мужа два раза. В первый день отпуска и в последний. Моя подруга, ее зовут Рита, любит отдыхать в горах. Она не любит лежать на диване, сидеть в баре, плавать в море и не любит загорать. Больше всего она любит ходить в горы. Она всегда берет с собой в горы своих детей. Но ее дети не любят ходить в горы. Они любят сидеть дома и смотреть телевизор. Они всегда говорят, мы не хотим идти в горы. Мы хотим быть дома и смотреть телевизор. Мы не хотим спать на земле в горах. Мы хотим спать на кровати. Но их мама Рита говорит, надо. И дети идут с мамой в горы. А Саша, муж Риты, не любит отдыхать. Он любит работать. Когда он не работает, он спит. Когда он не работает и не спит, он болеет. Вот так разные люди по-разному отдыхают. And now the normal speed. Как люди отдыхают? Я очень люблю отдыхать на море. Я люблю плавать, загорать, гулять по пляжу. А мой муж любит сидеть в баре и читать газеты. Он не любит плавать, не любит загорать, не любит гулять. Больше всего он любит лежать, читать и пить пиво. А я совсем не люблю лежать и пить пиво. Поэтому в отпуске я вижу своего мужа два раза. В первый день отпуска и в последний. Моя подруга, ее зовут Рита, любит отдыхать в горах. Она не любит лежать на диване, сидеть в баре, плавать в море и не любит загорать. Больше всего она любит ходить в горы. Она всегда берет с собой в горы своих детей. Но ее дети не любят ходить в горы. Они любят сидеть дома и смотреть телевизор. Они всегда говорят, мы не хотим идти в горы. Мы хотим быть дома, смотреть телевизор. Мы не хотим спать на земле. Мы хотим спать на кровати. Но их мама Рита говорит, надо. И дети идут с мамой в горы. А Саша, муж Риты, не любит отдыхать. Он любит работать. Когда он не работает, он спит. Когда он не работает и не спит, он болеет. Вот так разные люди по-разному отдыхают. Скажите, пожалуйста, а как вы любите отдыхать? Вы любите лежать на пляже, загорать, плавать? Или ходить в горы? Или сидеть в баре, или смотреть телевизор дома, или есть другие варианты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно. And this is it for today, guys. Thank you so much for being with me. If you like this video, please let me know with your likes and comments and subscribe to my channel. And I will see you in the next video. Спасибо. Пока.